Привет! После замечательной бродилки Castle of Illusion с Микки Маусом в главной роли, под Sega Mega Drive вышла еще одна игра по лицензии студии Disney – «Фантазия», созданная по мотивам одноименного классического мультфильма. Раньше я запускал «Фантазию» пару раз, однако, немного попрыгав и отметив высокую сложность игры, всякий раз откладывал ее. Есть игры, которые не цепляют. И вот недавно я узнал про «Фантазию» одну странность. Вскоре после выхода «Фантазии» в свет произошло следующее. Однажды главу маркетингового отдела Sega of America Алла Нильсена вызвал к себе в кабинет Том Калинский, президент Sega of America. Калинский попросил Нильсена закрыть за собой дверь и сообщил следующее. Накануне Калинский прилетел представитель компании Disney, глава тамошнего отдела потребительских продуктов Бартон Бойд. Спешная встреча состоялась в аэропорту Сан-Франциско. Бойд предложил Калинске, чтобы Sega отозвала каждый нераспроданный картридж «Фантазии» и уничтожил его. Дескать, племянник Уолта Диснея, Рой, обещал своему дяде не лицензировать ничего, связанного с мультфильмом «Фантазия», а лицензию Sega получила по ошибке, и компания Disney возместит Sega денежный ущерб и снабдит дополнительными лицензиями на другие мультфильмы бесплатно, хотя и с авторскими отчислениями. Нильсен прекратил всю рекламную кампанию игры на телевидении и в журналах, на склады был послан приказ остановить поставки, а в магазины Европы и Японии запрос о возврате нераспроданных копий. Итогом этой деятельности был возврат и уничтожение 5000 картриджей «Фантазии». Любопытно, что до и после этого случая все же появлялись игры, так или иначе связанные с этим диснеевским мультфильмом. Поэтому, возможно, причина уничтожения тиража сеговской «Фантазии» была отличной от названной в аэропорту Сан-Франциско. Этой истории было достаточно, чтобы я заинтересовался игрой и ее созданием. Может быть, в ней заключена некая скрытая пропаганда какого-нибудь деструктивного культа или льются реки крови, заливая телевизионные трубки и выводя их из строя. Итак, Sega получила лицензию выпустить игру по мультфильму 1940 года «Фантазия», причем проекту придавалось большое значение студии Disney из-за 50-летия мультфильма. Продюсером со стороны Диснея выступил Стефан Батлер, а со стороны Sega Скотт Берфилд. Для разработки они наняли французскую студию Infogrames. В задачу Батлера входило, кроме прочего, чтобы разработка придерживалась сюжета диснеевского мультфильма. От игры ожидалось то же качество, что у вышедшего Castle of Illusion и грядущего Квакшота, над которыми работал один и тот же дизайнер Эмико Ямамото. Летом 91 года вышел первый Sonic, и воротилы бизнеса хотели, чтобы Infogrames успели с «Фантазией» до Рождества. Нужна была весомая игра ко времени каникул. У Infogrames тогда не было особого опыта разработки для игровых консолей. Они выпускали игры для ПК, Amiga и, так сказать, IBM совместимых компьютеров. Необходимо было освоить плавную анимацию на Sega и попытаться воссоздать одну из ключевых особенностей мультфильма – музыкальное сопровождение, ибо «Фантазия» – это во многом и музыкальное произведение, вернее смесь различных произведений в одном мультфильме. За несколько недель до премьеры игры французы наладили графику, более-менее звук, осталось заняться геймплеем. Как двигаются персонажи, как взаимодействуют, насколько удобно управление и так далее. Но уже в ноябре 1991 года картриджи с игрой попали в магазины США, Европы и Японии. Кстати, в Англии игра стоила 40 фунтов. Вот вскоре после этого и состоялся памятный разговор Калинский с представителем Диснея в аэропорту. Я решил поиграть в «Фантазию», чтобы понять, что с ней не так. Ничто не предвещало трагедию. Из заставки стало ясно, что ученик-чародея Микки должен, путешествуя во сне, собрать утраченные ноты. Отлично, собираем по уровням ноты.
Я предвкушал, как доберусь до последнего уровня с лысой горой. И тут я попал в какой-то кошмарный, бесконечный сон. Я тогда еще не читал документацию к игре и решил пройти с кондачка, как обычно играют все нормальные люди. Тут оказалось, что обычный прыжок на врагов не убивает их, а напротив, ранит вас. Также у Микки есть оружие, волшебство малое и большое, которое тратится в тройном размере. Малое тоже быстро тратится, и вы оказываетесь голыми руками против кучи врагов, от которых остается лишь уворачиваться. Вскоре оказалось, что игра насыщена точками, которые перекидывают вас в начало уровня или отправляют в какой-то подуровень, например, в подводный мир. Более того, если до конца уровня вы не соберете нужного количества нот, вас снова возвращают в начало уровня. Я сначала не врубился и думал, что игра идет по кругу. Так оно и есть, если не собирать ноты, определенное количество. Для водного мира на уровне Normal надо 5 нот, для мира Земли 7, в воздушном мире надо 9 и в огненном 11. Либо вместо сбора нот надо набивать очки, и каждые 20 тысяч очков добавляют одну ноту. Это я постиг уже, когда отложил игру и прочитал документацию к ней. Также открылась новая истина. Микки так и может убивать врагов прыжком, но во время прыжка надо, приземляясь, нажимать крестовину вниз. Дело пошло немного лучше, однако недостаточно, чтобы спасти мое впечатление об игре. Дело именно в геймплее. Микки движется слишком медленно по сравнению с врагами, что крайне затрудняет умственные расчеты в прыжках. Далее, врагов слишком много, и они появляются зачастую так кучно, что их невозможно миновать без того, чтобы не потратить пункт своей жизни. Совершенно дурные телепорты, вроде сундука или воронки с феей, перебрасывающие вас назад или в подуровень. Малое количество пополнялых жизней, крокодилы, которые начинают футболять вас от одного к другому и, наконец, бросают в воду. В игре плох не только геймплей, но и дизайн, ведь именно к нему относятся все эти штуки с телепортацией или принуждение проходить уровень сначала, если не собраны все ноты. Согласно титрам, за дизайн и кодирование почему-то отделили от программирования. Программирование там отдельным пунктом. Итак, за дизайн и кодирование отвечали Дидье Шанфро или Шанфра, Жан-Жак Понце и Филипп Агрипнидис. Все довольно известные в игровой индустрии люди. Например, Жан-Жак Понце, сценарист Little Big Adventure. То есть команда над игрой работала крепко, но качество было положено на алтарь коммерческим соображениям. Конечно же, качество выпущенной игры не могло не озаботить студию Disney, хотя не озаботило ее и Sega до самого физического выпуска игры на картриджах. Разумеется, в будущем рождались и другие игры с отвратительным геймплеем, например, Wolverine, который при движении имеет инерцию грузового поезда, но их тиражи никто не уничтожал, что создает вокруг фантазии своеобразный мрачный ореол и желание, если не пройти эту игру целиком, то хотя бы попробовать ее раскусить. Всем пока. Это была Петр Смилетов, передача Турбо.